больше чем уверена, что трагедия Великой Отечественной войны коснулась каждой семьи, и у каждой семьи своя история. У кого-то с печальным концом, а у кого-то счастливым, как и у меня. Почему счастливым? Да потому что мой прадед и моя прабабушка остались живы в этом смертном бою за наше счастливое детство. Моя прабабушка Литвинова Александра Игнатьевна родилась в 1923 году. В 1940 году вместе с семьей уехала жить в Таджикистан. Во времена Великой Отечественной войны моя прабабушка Шура работала в тылу, швеей, шила одежду солдатам. Работа была сложная, трудились и днями, и ночами. Моя прабабушка Шура уставала. За работу в тылу она имеет множество наград, в том числе «Труженик тыла», «Дети фронта». После войны моя прабабушка Шура работала в райкомпартии и в детском саду. Также она рассказывала мне о своем муже, Думчеве Николае Артемовиче, который родился в 1918 году. Также был вынужден переехать в Таджикистан. В 1939 году его призвали в армию. Мой прадед был старшиной командиром первого отделения связи первой батареи. Мой прадед прошел всю Великую Отечественную войну с 1941 года по 1945 года. Он дошел до Берлина. Вернулся по окончании войны в 1946 году победителем.